ты думаешь про летсплейщиков? Знаете, что я могу сказать? Фар. Кот у дома фар летсплеерим. Погоди, ты заразил чем-нибудь мучаешь или нет? Кот у дома фар летсплеерим. Что? Деньги. Эстезика, если это Адейр. Какая разница? Просто интересно. Ну смотри, она сначала прикалывается, потом говорит, ну пейте Бакарди, ну такой алкогольный напиток. Она такая, не, ну кто выиграл в лотерее. Руслан, что ты думаешь о летсплейщиках? Не, погоди, да я да говорю. Достает еще одну бутылку. Короче, дошло до тех пор, что она вытащила 11 бутылок Бакарди. Я на полу такая сказал, ну ладно. Руслан, что ты думаешь о летсплейщиках? Ужас. Что ужас? Не знаю, у меня нет ни одного летсплейщика, кроме Сина Нер и PewDiePie. И все, у меня больше ничего нету. А как ты относишься к летсплейщикам? Ну, это зависит от человека какого. Если он играет в Майнкрафт, например, тогда все, фу-фу-фу. Понятно. Привет. Что ты думаешь о летсплейщиках? Ну, я думаю о них то, что они как бы такие вот все хорошие.